Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даласка, с пятницы вас, наконец-то неделя закончилась, если кто-то учится в субботу, то удачи вам. У нас коллаборация с Атакой Титанов, и в этом видосе вы увидите все награды со всех событий, которые вас ожидают. Они будут как платные, так и бесплатные, но больше всего, естественно, халявы. Короче, всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Так, заходим на почту, и у меня 4 письмеца. То есть у нас вот такие вот два набора на мужика. Получается вот такой набор мужской, офигительный. С ним, кстати, я должен собирать все сеты, потому что как бы актив, конечно, на видосе был фиговый, но лайков поставили вы довольно-таки много. Особенно если брать среднюю статистику по куку просмотры и лайки. Поэтому давайте договоримся, что завтра с утра ждите сеты вот с этим наборчиком. Потом, я вышел случайно, у нас идет набор Титана, естественно. Он тоже в событии уже есть. Он, ну, честно говоря, мне не нравится, потому что я не смотрел это аниме. Вообще аниме я не смотрю и не буду. Но в целом он заделан как бы прикольно, но я все-таки не понимаю его смысла. Также вот такой наборчик на девушку, анимешный, прикольный, там вообще кто-то по нему настолько его хочет, что мне писали в личку, типа, это мой любимое аниме, это мое любимое, это не мое, это его любимое аниме, это его любимый персонаж, короче, че он его очень сильно хочет. Так, потом у нас идет вот такой рюкзачок. По баннеру в игре я понял, что он будет на халяву. Просто за вход, если я просто за вход в игру, если я не ошибаюсь, 27 числа. Потом вот такая доска. Чуть попозже мы посмотрим. По-моему, она уже была. Маска, она продается в магазине. СКС-ка, она в лутбоксах с М-ка есть. Потом, что у нас еще? Торс Аида. Но набор Аида, он у нас уже был. И я не знаю, как вы его соберете на халяву. То я с ним тоже соберу сеты, потому что в целом набор неплохой. Так, ну, тут получается штаны, обувь, маска, прическа Аида. Вот такой торс. Вроде бы, если я не ошибаюсь, он у нас был на Хэллоуин, вроде бы, но я могу ошибаться. Потом такие штанишки, как я не знаю, это и на мужика, и на девушку, вроде бы, но тоже сейчас мы все проверим. Далее у нас идет лутбокс, если я не ошибаюсь, он у нас тоже уже в игре есть. Я не помню, в каком событии он был, честно говорю. Далее эмоция тоже в игре была. Вроде бы даже в пропуске, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Дробовик с охренительной анимацией. Там его как-то называли, что он какой-то это, каким-то сложным, офигенным словом. Естественно, я за это не шарю, но статистика офигенная. Если он будет на халяву, то, блин, я со всех своих вторых аккаунтов его заберу, потому что офигенный дробовик именно по виду, просто пушка. И последний — это P90 на скорострельность и бронебойность. По факту он должен быть на халяву. Вот серьезно, дробовичок хочу на халяву. Что ж, давайте тогда все это мы забираем. Еще вот это мы забираем. Аид, конечно, повторный, но что поделать. И это все мы тоже забираем. Кстати, я умный человек, я открыл наборы, вот эти все три набора я уже открыл, чтобы они у меня были повторными на складе, прям вообще офигенно. Далее, одежда, естественно, прическа, в смысле, все это новое. Это что, в игре будет два Аида или чу? То есть получается раз Аид?
Так, я не понял, типа, ну, вот где его притча новая? Но он был примерно в это же время. И как я понял, да, это все тот же один набор. Потому что и до этого Аид тоже был легендарным. Ну и мы, кстати, видим, что там наборы... Нет, не наборы, а костюмчик был он чисто на девушку. Так, автоматы, это что у нас? А, СКС-ка. СКС-ка без статистики, но сама по себе она красивая. Далее, ППшка, получается, П-90 у нас, наскорострельность, бронебойность. Вот я прям чувствую, что это будет халява, будет халявный скин. И вот такой дробовичок, я даже его надену и показывать в лобби. Ля, я хочу с ними сегодня поиграть, потому что я чувствую, что это прям офигенный будет скинчик. Именно по статистикам. Также лутбокс, кстати, мы видим, что его у меня не было. А возможно, он просто повторный. Возможно. И все, то есть адаска уже была. В принципе, вот такой у нас, вот такие у нас будут события. Все офигенно, мне все нравится. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и да пребудет с вами скилл.